большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно, снег, температура воздуха в дневное время -6, -8, ночью 7-9, ниже 0. Ветер юго-восточный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 6 градусов с минусом, ночью 8 ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, продолжительный снег, днем -6, ночью -8 градусов, юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем -7, ночью -8 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.